папа сам был бы рад и счастлив, что книга, его произведение пользуется спросом. Тайна Карымова, дочь знаменитого писателя Юрия Велла, рассказывает, все произведения отца скоро войдут в одно издание. Полное собрание сочинений. Это 3 тома. Первый посвящен поэзии, второй – прозе, а в третий войдет вся собранная информация о самом авторе, его жизненном пути, а также отзывы о писателе и оленеводе, его друзей, коллег, научных сотрудников. Сейчас идет допечатная подготовка, поиск и сбор информации. Работа кропотливая. Порой приходится не просто создавать электронные версии прошлых изданий, но и работать над шрифтами, чтобы слова на хантыйском и ненецком языках не открывались в другом документе, например, непонятными иероглифами, а такое бывает. Для этого каждую букву родной речи тайно переводила в символ. Открываешь символы, и здесь очень много вот разных символов, и вот в этих символах есть наши буквы, хантыйские, ненецкие. И вот я вот конкретно сидела, вот выискивала, да. Ну, здесь еще хорошо, когда находишь букву нашу, да, например, вот А, да, я ее нажимаю «вставить», и она здесь вот сохраняется, видите. И вот за счет вот этого вот помощника, который уже здесь рядышком, каждую букву приходилось исправлять. И это получается полностью все 3 тома. Так, электронную версию около 200 страниц получила ранее изданная книга «Река Аган с притоками». Она состоит из 3 частей. В первой представлена топонимика поселений реки Аган, во второй описаны ее притоки. В третьей рассказывается о дорогах, населенных пунктах, святых местах коренных жителей. Издание, как и другие произведения, станет частью будущего 3-томника. Войдет в него и библиография Юрия Велла, которую собирали по всему округу. В итоге удалось найти ранние публикации автора. Многие рукописи Велла были утрачены после пожара в доме, но их тоже ищут и, что важно, находят в газетах, журналах прошлого. И здесь вот есть даже публикации, которые были 70-х годах, 60-х, когда он еще молодой был совсем. Поэтому вот эти вот публикации, которые вот сейчас в библиографиях есть, мы их все ищем, чтобы нам их вставить вот в этот 3-томник. Угу. И чтобы ни одно стихотворение, ни один рассказ не упустить. Когда 3-томник напечатают и презентуют, продолжает Тайна, он непременно появится во всех библиотеках Нижневартовского района и Югры, станет полезным учебным пособием для школьников. Издание станет важной частью творческого наследия знаменитого писателя, порадует всех причастных к проекту. Это будет и литературная новинка для ценителей культуры коренных народов Севера, для каждого живущего здесь, на малой родине автора. От этого светло на душе, говорит дочь писателя. Каждый стих, рассказ читаешь, размышляешь о жизни, природе, людях, о смыслах бытия. Почувствовать это сможет каждый читатель, в руках которого окажется новый 3-томник Юрий Велла «Избранная». Наталья Бутикова, Екатерина Елизарова, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Варьёган. Специально для Югра 24.